Приветствую вас. Конечно, то, что вам хочется плакать, это скорее следствием, но не сама причина, а причина кроется, по-видимому, в чем-то другом. Вот. Я, наверное, так вот и не скажу сейчас всем, потому что очень много всего может быть, я вот серьезно говорю, да, что очень много может быть причин для того, чтобы вам хотелось плакать, к примеру, вот. Например, причина может быть в том, что вас много вещей раздражает. Ну, вот непосредственно, да, значит, в окружающем. Вот, причина может быть в том числе и в том, как вы воспринимаете окружающих. А причина может быть в том, что вы стремитесь к совершенству, к идеальности. Ну, потому что все было хорошо, а это невозможно, тут некий такой перфекционизм, да, имеет место быть. А с другой стороны, это может быть следствие невыраженных вами эмоций, которые вы обычно в себе подавляете, а вот тут вот они у вас выражаются. Причины может быть в подавлении потребностей, желаний, которые, то есть то, чего вы хотите, вы себе запрещаете, это выражается вот в том, что вы плачете. Ну, например, повышенная чувствительность при просмотре сериалов, мелодрам, где, когда начинаются слезы при переживании за главных героев, такое бывает. Вот, верно, с тем-то человек хочется любви, потому что человек сам себя, обесценивает, принижает. Ну, вот, то есть такая вот история, да, не хочу сейчас говорить о том, что какая-то из моих предположений, какое-то из моих предположений верно однозначно, но тем не менее. Вот, в принципе, это все. Что можно так вот на вскидку предположить. Вообще психология все индивидуально, поэтому будет лучше, если мы с вами пообщаемся и в режиме индивидуальной беседы, да, уже разберемся в том, что конкретно у вас означает ваша потребность плакать, ну или ваше желание плакать. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.